спортивный день году. День физкультурника в Вологжане встретили общегородской зарядкой. Десятки вологжан не поленились и вышли на центральную площадь Вологды, чтобы размяться. К зарядке присоединилась и Арина Прахова. Под звуки зажигательной музыки десятки вологжан дружно в такт выполняют упражнения. Любители активного образа жизни собрались на центральной площади не случайно. Массовой зарядкой Вологда встречает День физкультурника. Решил поддержать все-таки спортивный порыв. Надо поощрять такое здоровый образ жизни. Мы любим спорт. И дети у меня должны быть спортивные. Они это знают. Поэтому физкультура – хорошее занятие. Мы любим спорт. Прыжки, наклоны, приседания, повороты. Упражнения несложные, доступные как детям, так и взрослым. Надежда Константиновна занимается спортом ежедневно больше 5 лет. На зарядку пришла специально, чтобы доказать всем, физкультурой можно заниматься в любом возрасте. Мы не просто каждый день, мы каждый день. И даже выходные во все дни, летом на зарядку я хожу каждый год. Физкультура есть физкультура. Я благодарна нашим организаторам за то, что они проводят такие мероприятия в такой великий день, как День физкультуры. Заниматься спортом вологжан призывают и фитнес-инструкторы. Ведь спорт не только наполняет силой и энергией, но дарит позитивный настрой, помогает преодолеть стресс, а также воспитывает силу воли. Поэтому день нужно начинать с зарядки. Обязательно. Разогреваем суставы, запускаем кровь, поднимаем себе настроение. Еще лучше вечером. У нас фитнес-клубе. Да это весело просто. С утра встал, поделал смешные упражнения, уже весело. Специалисты рекомендуют делать зарядку ежедневно. После того, как проснулись, умылись, можно приступать к упражнениям. Достаточно 5 минут базовых упражнений, чтобы получить заряд бодрости и хорошего настроения на целый день. Арина Прахова, Максим Тышковец, Вологда Портал.